Итак, народ, всем привет! Сегодня в данном видео я покажу вам, как удалять аккаунт из Play Market. Ну или как выходить из аккаунта в Play Market. Для этого мы заходим в настройки телефона. Наши настройки. Так, калькулятор не надо. Настройки. Идем, значит, в учетные записи. Нажимаем на наш аккаунт. Вот. Потом здесь вот кнопочкой, менюшечкой, у всех она есть. Нажимаем и видим здесь у нас удалить учетную запись. Нажимаем, вот у нас сейчас спрашивают удалить учетную запись. Удаление этого аккаунта приведет к потере всех связанных с ним сообщений, контактов и других имеющихся в телефоне данных. И нажимаем удалить учетную запись. Все. Учетная запись удалена. Так, теперь мы идем в Play Market и проверяем. Все готово. Вот так вот легко и просто можно удалить аккаунт из Play Market. Так что, кому видео понравилось, кому оно помогло, ставим лайк и говорим спасибо. Или пишем. Спасибо вам всем. До свидания.